Композитор, аранжировщик и пианист Дюк Эллингтон – один из наиболее известных джазовых музыкантов 20 века. Неудивительно, что оркестр «Столичный джаз» представил ретроспективу из его композиций, в каждой ноте которых угадывается яркий стиль автора. Отличительная черта этого коллектива – исполнение музыки эпохи биг-бендов в оригинальных аранжировках того времени. В оркестре играют как опытные джазовые исполнители, так и те, кто еще только постигает все премудрости этого сложнейшего музыкального стиля. Ну, всех нас объединяет такая любовь к джазу, любовь именно к этой музыке. И, в принципе, коллектив такой энтузиастов, что очень нам помогает в общении друг с другом. А музыканты играют разные, как и по возрасту, так и по образованию. У кого-то есть там эстрадное джазовое образование, кто-то всю жизнь этому учился самостоятельно. Даниил Сидиков – студент Российской академии музыки имени Гнесиных. Для него участие в оркестре – прекрасная возможность отточить исполнительское мастерство, а более опытные коллеги всегда готовы помочь советам. Мы когда на репетициях работаем, то есть, да, там и Федор с нами работает, и трубачи, кто постарше, и тромбонист, они нам подсказывают, как лучше, что не так, там какие-то проблемы, ошибки. Мы над всем этим работаем. В концертную программу вошло свыше 20 композиций Эллингтона, в том числе и джазовые переложения произведений Петра Чайковского и Эдварда Грига. А в перерыве зрителей развлекал начинающий виртуоз. Пятилетний Всеволод увлечен джазом и учится игре на барабанах. В Горки он приехал с мамой Анастасией Некрасовой, которая играет в оркестре «Столичный джаз». Он занимается полгода с педагогом на барабанах, джазового барабанщика. Ну и постоянно с нами на концертах и в школе, и на репетициях, и поэтому вот ему очень нравится джаз тоже. Оркестр «Столичный джаз» активно гастролирует в России и за рубежом, но в их расписании всегда есть место для приезда в Горки Ленинские. Здесь у них уже есть преданные поклонники. Мы на первый концерт приходили, это было весеннее открытие. Они тоже выступали всем составом полностью. Мы получили массу удовольствия. Мы приезжаем из Видного на двух автобусах добираемся и получаем огромное удовольствие. Помимо оркестровых произведений, коллектив работает и с певцами. Музыканты пообещали, что в следующий раз можно будет послушать и вокалистов с популярными джазовыми песнями. Сотрудничаем мы с ними больше 2 лет, и зрители их ждут. Всегда спрашивают, когда они приедут. Сейчас пореже у нас концерты, как бы так договорились. И я думаю, что по требованию наших зрителей мы участим наши концерты, будем чаще встречаться. Тем более, что этих встреч с нетерпением ждут зрители. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.